ВТС, вот цель. Ее уничтожить. Я гранит, прием. Пустое? Да. Мишка, Мишка, я гранит, прием. На приеме. Ты видишь, блядь, вообще село то? Бачу башни, бачу поле строения возле высокого столба. Стой, стой. Открой люк, вылези на улицу. Я на улице. Родите 251, сейчас твой наводчик его побежал, сейчас покажет. Закопанный пулемет. Видишь его? Повтори гранит, не принял тебе. Пулемет, видишь, закопанный? Пулемет уже наблюдаю. Вон, сзади тебя солдат.
стоять солдатик. Он покажет, что делать. Стрел! Мишка 2, РСО 3. На приеме. Установите сухую позицию, занять неисправность, прием. Детку где-то вытаракни. Да, ТВ. Так на свою старую позицию установите, ты занять неисправность. Как понял меня, Мишка 2. Ретро, я гранит, прием. Гранит, я РСО 3. Ювелир вернулся? Нет, доповеди не было. Мишка 1, я гранит, прием. Ты видишь его? Мишка 1 на приеме. Ты цель видишь? Цель не бачу. Не бачу, бачу ориентиры, цели не бачу. Так спустись ты, блядь, вниз, на 300 метров еще съесть. И стой, блядь, на месте. Сейчас пристрелят тебя нахер. Есть 300 метров вперед. Мишка, 55-й прием. Мишка 1 на приеме. Ты бачишь, слева от горба высокий столб такий посеред села. Про який горб кажеш, не бачиш, який горб. Все село, справа от села горб, і слева почти зразу самий високий столб на селі. Бачу, там біля нього якась пустка. Оце під цим столбом слева, план, бачиш? За цим столбом слева бачу якусь, якесь строєння. А ти ще кривее, бачиш, що поле виділяється? Бачу, виділяється жовте поле і зелене бачу. Слева от столба тополя, одна висока тополя. Погод 2, погод. Так, ну-ка заткнулись. Мишка 1. Я, блядь, еще раз говорю. Ориентир 2 башни. 2 водонапорных башни. Справа, внизу, под ними. ВТР, вот цель. Ее уничтожить. Я гранит, прием. Пустое? Да. Мишка, я гранит, прием. На приеме. Ты видишь, блядь, вообще село то? Бачу башни, бачу поле строения возле высокого столба. Так, стой. Открой люк, вылези на улицу. Я на улице. Родитель 251, сейчас мой наводчик его побежал, сейчас покажет. Закопанный пулемет. Видишь его? Посмотри, гранит, не принял тебе. Пулемет, видишь, закопанный? Пулемета не наблюдаю. Вон, сзади тебя солдатик бежит. Сейчас он залезет. Скажи ему, чтобы он показал тебе, где забава стоит. Едь к забаве. Мишка, ты видишь, где забава стоит? Не, не видно, надо встать назад, мы сейчас назад стоим. Блядь, спроси у солдата, где забава стоит. И едь сюда, к забаве. Сел 2 кордона. Сел 2 кордона. К вам? Мишка, я гранит, прием. Гранит забавит. Да. Я, блядь, машину вот тут руками и ногами на дороге напротив всего стою, отсюда охуенно видно. Мишка, я гранит, прием. Я на приеме. Ты видишь две водонапорные башни? Не здание, блядь, с огромной вышкой, а две водонапорные башни. Мишка, ты их видишь? Вижу, гранит, вижу, подожди. Мишка, я гранит, прием. На приеме. Скажи мне, блядь, что ты видишь, пожалуйста, скажи, что ты видишь. Гранит, забавь. Я гранит, прием. Смотрите на приеме, блядь. Блядь, проедь нахуй вправо, блядь. Там стоят два солдата, ждут тебя, блядь. Улицы встал, блядь. Проедь вправо, блядь. Блядь, ты понимаешь, где вправо, где лево, блядь. Куда ты прешь, нахуй? 51-й, я гранит, прием. Блядь, сядь к нему на броню и проведи его к
Так застрой на эту репутацию, когда моя жизнь на кону стоит. Так и ты ради
ради своей жизни здесь стоишь или ради репутации страны, блядь? Если ты за свою репутацию, блядь, страдаешь, так сложи оружие, блядь, и иди домой.